Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 15. «Отчего бывает грех неверия?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Неверие во что? В Библию? В Бога? Воздаяние? Даю общий ответ. От безумия и скотоподобия и более того. Псалом 13, 1 стих. Кавычки открыты. «Сказал безумец в сердце своем». В кавычках «нет Бога». «Они развратились», кавычки открыты, «совершили гнусные дела, нет делающего добро», кавычки закрыты. Неверующие в Бога ниже бесов. Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Неверие происходит из грязи жизни, и величина его прямо пропорциональна греховности человека. Неверующие все до единого негодяя, слепые, мертвые, злые. Иоанна 3, с 19 по 21 стихи. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Псалом 53, 3, 4 стихи. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающие и ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 2 глава с 19 по 32 стихи. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, о создании мира через рассматривание тварей видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердец их и чистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. 2 глава, 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Матфея 24, 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь».